своем ежегодном обращении к жителям Одинцовского городского округа глава муниципалитета Андрей Иванов сообщил, что развитие паркового пространства в 2020 году будет продолжено. В минувшем году в этом направлении было многое сделано. Открылся парк активного отдыха «Раздолье», сразу ставший центральной точкой регионального проекта «Зима в Подмосковье». Завершился первый этап благоустройства семейного парка Малевича в Ромашково и второй этап благоустройства парка героев 1812 года в Голицыно. Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной стал в 2019 году победителем конкурса «Парки Подмосковья».